Уже осенью в Чертаклинском районе откроется обновленная птицефабрика «Ульяновская». Сейчас производство модернизируют. Начинали практически с нуля. Восстанавливали полуразрушенные корпуса, заливали пол и прокладывали коммуникации. Параллельно возводили дополнительные цеха. Всего на площадке будут функционировать 18 корпусов. Производство осмотрел в Рио губернатор Алексей Русских. Главы региона показали закупленное оборудование. К примеру, инкубатор, куда единовременно можно закладывать до 500 тысяч тонн яиц. А в холодильниках можно будет хранить 600 тонн мяса. На первом этапе будет 500 000 птиц. Это вот на этой площадке. И производство где-то 5-6 тысяч тонн в год. И 12 корпусов будут маточного поголовья, потому что сейчас огромный дефицит маточного, инкубационного яйца. То есть проблемы огромные. Если в прошлом году оно 15-17 рублей одно стоило, сейчас 35. Проект инвестиционный. Все работы идут при поддержке областного Минсельхоза. Ведомство компенсирует часть затрат предприятия на покупку бройлеров и оборудования. Общая сумма инвестиционных затрат – 500 миллионов рублей. Мы по птице сейчас понимаем, что это стратегически важное направление, потому что видим сейчас цены, соответственно, куриное яйцо на мясо. Бройлер, соответственно, повысился. Для нас это очень важно, чтобы у нас своя птица была и свое куриное яйцо активно развивалось. Поэтому мы сейчас в том числе поддерживаем на производство закупку инкубационного яйца, раз компенсацию даем, и, соответственно, реализацию, все, что касается мяса бройлера. Птицефабрику будут запускать поэтапно. Часть площадей введут в эксплуатацию осенью. Объем производства мяса должен составить 5 тысяч тонн в год. При полном запуске фабрика сможет реализовывать 15 тысяч тонн куриного мяса. Плюс 150 человек смогут трудоустроиться. Алексей Русских поручил профильному министерству проработать вопрос об устройстве нормальной дороги до фабрики. Это важно и для логистики, и для будущих работников. Анна Тищенко, Улправда ТВ.